Так, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас будет обзор на вот этот журнал. Журнал «Куклы Барби». Хоть не всем нравятся куклы Барби, но как бы мне тоже, но многие их все-таки покупают. Я вот, например, когда покупала куклу, уже не помню, какую куклу покупала, но куклу Monster High покупала, и в это время как раз в детском мире за мной стояли на кассе тоже женщина и положила на кассу куклу Барби. И вот недавно тоже покупала куклу, и то же самое, тоже куклу Барби другие уже покупали. Шарнирную, правда, но все равно у меня тоже есть одна шарнирная кукла Барби. Я ее купила лишь только потому, что у меня очень осталось много одежды с детства для кукол Барби, они больше никому не подходят. И обуви я покупала, аксессуары другие для кукол Винкс, оказывается, они не подошли. И у меня остались обуви, аксессуары. Поэтому пришлось мне купить одну куклу Барби, чтобы ей все это отдать. Правда, тоже шарнирную, но очень красивую. И этот набор я купила лишь ради вот этой сумочки, хотя я думала, что котенок тоже тут красивый, а он оказался вот такой вот пластмассовый, то есть не гнущийся, не резиновый, ну и не очень красивый. Поэтому эту фигурку я вытащила и отдала своей племяннице, она, мне очень нравится с такими играть. Она играет с моими пушистиками из игрушек Sweetbox. Поэтому я ей тоже купила индивидуального пушистика котенка и сделала небольшой надрез снизу и посмотрела, какой же котенок там достанется моей племяннице. Ей достанется котенок Фантик. Сейчас я его покажу. Вот, у меня тоже такой есть котенок. В принципе, сюда тоже в эту сумку войдет любой котенок или щенок. Вот. Поэтому вот эту вот сумочку я купила, считай, вот тоже ради пикника и для моих кукол Monster High и Ever After High. Но в данный момент я купила ее именно для Ever After High, для Briar Beauty и Декстера. Вот. Это у меня сумочка будет для пикника. Ну, или сюда положить можно любого котенка пушистика из свитбокса или собачку и взять его с собой. Еще в наборе шла вот такая вот тиара. Корона, вот как здесь написано. То есть у нас игровой набор. А котенок. Котенок, вот он. Значит, тиара, вот она. И переноска, вот. А вот это я не знаю, что это такое. Здесь такого не было. Не знаю, почему здесь нарисовали. Здесь даже написано три вот. Вот они все три шли. Значит, теперь рассмотрим журнал. То есть журнал у нас вот такой вот, где нарисована тоже Барби. Держит своего котенка любимого. Это новый журнал, как написано, 2016 года. Тут еще вот написано, что у нас постер-календарь внутри есть. И вот тоже всякие вот то, что есть. Есть в наборе. Вот такая у нас вот, то есть это новогодний журнал выпуск. Вот они уже вот тут Рождество празднуют, Новый год. Вот собачка, хаски и все Барби, сестры Барби. То есть у нас вот эта Барби самая старшая. Это у нас Стейси. Это Челси. Так, а вот ее не помню. Ага, забыла. Вот, которая средняя идет, сестра после Барби. Ну, кто знает, тот поймет, что вот Барби и ее сестра в основном. Ага, вот новый мультик был тоже про щенков, как они сокровища искали. И Барби что-то там вместе с пони связано. То есть, ну, я все мультики эти смотрю, потому что я обожаю мультфильмы Барби. Они очень красиво снимают. И вот, значит, что у нас внутри журнала. Здесь у нас идет почта, которая раньше, вот, то есть тоже рисунки, вот, детские вот такие вот, фотографии различных поделок, вот из пластилина кошка это, и вот такие вот картинки. Здесь у нас идет содержание, что у нас идет в выпуске. Дальше идет тоже вот такие вот всякие различные загадки. Вот. Ну, тут у нас в поисках подарков.
Вот, то есть тоже написано. Тут, кстати, написано, кто где. Вот, значит, вот Блица. Это, наверное, котенок. Вот он в сумке сидит у Барби. Это у нас Кен. Вот у нас собачка, где подписано Сиквин. И вот они подружки Барби, Ракель и Тереза. Здесь нужно раскрасить что-то, вот написано тоже, и найти какие-то подарки. Вот здесь вот загадка идет у нас. Значит, дальше у нас идет яркие красочные вот коробочки. Они, значит, упаковывают вот подарочки. Вот здесь вот у нас Барби нарисована. Здесь у нас не подписано, кто это рыженькая. А вот здесь вот тоже написано только Тереза и Барби. Вот они. Коричневая у нас, но я подозреваю, что это А, Тереза это вот она, значит, у нас вот это Ракель тогда. Здесь тоже у нас вот различные подарки, нужно что-то с ними сделать здесь, раскрасить. Вот. Такая вот загадка. А, и посчитать подарков. Кстати, вот здесь написано, сколько их задом наперед, вот под сердечком. Но зря это написали, потому что дети должны читать сами. Это же детский журнал. Вот, значит, Скипер ее звать. Вот эту вот звать Скипер. Вот здесь написано. Я забыла просто. Вот. Здесь у нас нужно елку тоже рисовать. Вот здесь написано все сестры Барби. Вот как Лейси вот эту зовут у нас собачку. Вот Сиквин тоже и Блиса сидят. Вот они все ждут Новый год. Это у нас Барби. Вот она у нас Тесси, Челси, Скипер. Все сидят, разворачивают подарки. Здесь у нас нужно ввести Мишку и написать, о чем мечтаете. Тут у нас Барби тоже с Челси катается вот на коньках. Тоже надо какую-то загадку отгадать вот здесь вот. И что-то найти. Дальше у нас идет спуск с горы вот на лыжах и на сноуборде. Вот у нас Барби с Кеном на сноуборде стоят. И вот здесь у нас и Стейси, и Челси, ее подружка Ракель. Вот Чихуахуа, собачка эта. И вот здесь вот она на елке сидит, эта киса. Здесь тоже надо какую-то загадку отгадать, вот их две. И вот тоже такой вот у нас календарь, где нужно все записывать, там все свое. И вот здесь идет плакат, то есть он вот так вот выглядит, то есть как вот сзади нарисованный. И это вот у нас тоже календарь продолжения с Барби, с котиком на 2016 год. И вот там низ того плаката. То есть плакат выглядит вот как вот здесь вот эта картинка. И вот он календарь сейчас. Здесь у нас идет, значит, тоже вот такие вот открыточки, которые нужно вырезать и здесь подписать для кого. То есть это самодельные подарки идут для всех членов семьи или подружек ваших. И вот здесь вот тоже нарисованы Барби вместе с сестрами. Вот. Дальше идет у нас, значит, вечеринка вот на дискотеке. Здесь у нас тоже написано с Новым годом 2016. И вот здесь нужно раскрасить Ники штаны. Но я считаю, что не зачем, потому что она так ярко красиво выглядит в белых штанах. Вот Райан здесь просто красавчик. Вот он у нас идет, Райан. Жаль, нет таких Кенов шарнирных, которые Кен с белыми волосами и Райан. Я бы купила. А их уже не продают. Я знаю, что такие есть, потому что у многих видела. Но их продают не шарнирные, простые. Но они некрасивые. То есть у нас здесь Барби с Кеном, вот Райан с Саммер, и Ники с Стейси и Челси. Вот, тут тоже надо что-то сделать, какую-то загадку отгадать. И вот здесь вот уже вот они на Новом году, счастливого Нового года, вот написано у нас здесь. Вот она Барби, Ники и Тереза, вот с подружками она. Тоже вот надо здесь вырезать загадки и вот сюда вот их всех расклеить. Здесь у нас снежные забавы. Вот такие вот маленькие картинки, что тут у нас делают они вот. А, то есть это у нас идет, наверное, это ответы. Не знаю, здесь рассказ написано. Просто рассказ, наверное, вот. Потому что вот такая картинка там уже была. Ну и вот все, значит, тут написано вот о них. Небольшие рассказы. Здесь тоже у нас идут тут сказочные каникулы. Вот они катаются тоже. И нужно Скипер разукрасить. Вот она у нас такая прозрачная.
Пазлы вот здесь какие-то. Здесь тоже, наверное, нужно сделать загадку. Здесь тоже у нас вот такая вот семья Барби. Все. И тоже вот. Нужно раскрасить вроде. В общем, все. И вот она, последняя страница. Здесь у нас нужно... Здесь у нас оригинал, а тут копия. Здесь нужно найти, по-моему, отличие. Вот. Или отгадать какую-то загадку. Здесь тоже у нас небольшой такой ответ. И здесь у нас новогодний подарок от Барби. То есть, как бывает, вот такая вот книга. И такая вот коробочка с колечками. И там внутри вот такие вот конфеты. Ну и все. Вот такая вот обложка, которую сзади я вам уже показывала. И вот он, значит, вот такой вот у нас журнал Барби с котиком, тиарой и сумочкой. Вот.